И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А с нами сегодня на связи известный украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в России, известный блогер, назову его так, потому что его YouTube-канал, ну уж прям совсем, прям имеет очень много подписчиков. Роман Цымбалюк с нами на связи. Роман, здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Я сразу прямо даже вот не даю вам поздороваться, призываю вот наших зрителей подписываться на ваш канал, который я сама с удовольствием смотрю. Поэтому еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Людмила, очень рад вас видеть. Ну и в качестве леверды хочу сказать, что все, кто сейчас нас видит или увидит в записи, подписывайтесь на Укрлайф, потому что, ну, мне кажется, вообще вот миссия здорового человека сделать украинский YouTube шире, богаче и интереснее, в том числе и политический сегмент. Вот, так что подписывайтесь. Спасибо, Роман, огромное. Ну, и сразу хотелось бы приступить, конечно, к российским выборам, потому что вы находитесь прямо в гуще событий, и вам повезло, потому что вы были в гуще событий и на момент, прямо в процессе подготовки к этим выборам, и во время выборов, и теперь вы можете посмотреть, что происходит после выборов. Поэтому, если можно, давайте вот начнем даже не с результатов выборов и не с конфигурации там вот будущей Государственной Российской Думы, да? Вот. А начнем, если можно, вот с предвыборного периода. Что на самом деле происходило все это время в России? Людмила, мне кажется, я, наверное, буду не очень оригинальным, но мы в Украине слишком много уделяем внимания этому процессу. Потому что если вот говорить об избирательной кампании как таковой, то ее не было. То есть она проходила, ну, знаете, если федеральные каналы обсуждали Украину и как мы должны приползти на коленях к ним, а если мы это не сделаем, то они разбомбят украинские города. Это вот как раз прайм-тайм обсуждение, главная тема во время избирательной кампании. То, наверное, это как раз говорит о том, что какая-то избирательная кампания – это странная. Потому что обычно в нормальных странах, если это выборы в главный законодательный орган, то все политики концентрируются на этом. А здесь такого не было. Более того, вот у нас сейчас 21 сентября, вторник. Как вы думаете, что говорят и показывают по российским телевидениям, ток-шоу? Что, опять Украину? Опять Украина. Поэтому, к чему я это все веду? Что вот эта вот история про выборы, ну, тут слово «выборы» мы берем в кавычки. Я в одном из эфиров, по-моему, на «Эхо Москвы» сказал как-то, что, ну, не знаю как, можно быть не суперспециалистом по России, но у партии власти, то есть у «Единой России», будет конституционное большинство. Ну, вот у нее и конституционное большинство, поэтому тут эту историю, ну, я могу сказать, что было несколько, вот возле метро, несколько плакатов было с товарищами, которые собрались в Думу. Не без этого, но в основном, вот если мы говорим о Москве, то все баннеры и все такое, оно было занято чем? Они не кандидатов рекламировали, а сами выборы. Разыгрывали машины, что там, всякое, квартиры. То есть они поднимали явку? Они поднимали явку, да? Ну, по сути, да, потому что, понимаете, это же не только я такой умный, который сказал, что сразу, ну, было понятно, в российских реалиях ничего не изменится. Вот ничего не изменится. И, соответственно, на это некоторые усилия были сделаны, и все. И поэтому я не сторонник обсуждать в, может, все-таки украинский YouTube, давать слишком большое значение этому процессу, хотя есть особенности, которые касаются Украины. Вот этот вот вопль, там, бомбить Киев, он будет сейчас, после этих выборов, еще громче. Вот это нужно понимать, потому что там у нас и военные преступники будут в Раде, и количество пропагандистов добавилось. То есть людей, которые будут с значками депутатов, это же некоторая статусность, активнее вот продвигать вот эту вот агрессивную российскую внешнюю повестку, будет больше. И вот это нужно учитывать. Но принципиально ничего не изменится. Я вот не просто так сказал, что во время избирательной кампании обсуждали Украину, и сейчас они уже ее обсуждают. Хотя, казалось бы,
наверное, вот видите, это просто вообще извращенная картина мира. Вот представляете, вот у нас было бы, были бы выборы. Почему у нас? В любой стране западной. Что бы люди обсуждали? Как будет выглядеть новая конфигурация? Кто там будет спикером? Кто там будет вице-спикером? Какие-то были бы интриги расследования? Даже программы бы, не побоюсь этого слова, некоторых кандидатов бы обсуждали. Конечно. Здесь этого нет вообще. И вот если вот про выборы говорить, то есть даже на уровне заявлений в этой кампании принимала участие только одна нелюдоедская партия, ну, в части Украины. Это партия «Яблоко», в которой, в программе которой они не побоялись написать такие страшные слова, что если мы захотим, ну, в смысле Россия, прекратить войну на Донбассе, мы раз и прекратим. А по Крыму давайте будем думать и помиримся с украинцами. И вообще перестанем в них стрелять. Ну а что, они же наши соседи. Путин говорит, что один народ. Вот это было зафиксировано. Другие там, так называемые либералы, типа вот это, как она там, новые люди, у них вот части внешней политики, смотришь программу, но она такая, знаете, все острые углы обойдены. То есть нет, по сути, нет слов красивых много, но в части внешней политики вообще ничего не сказано. То есть они там за дипломатию, за мы должны быть сильными, красивыми, давайте со всеми дружить. Короче, такой, но слова «Украина» там нет. А это ключевой момент. Ну, согласитесь, если в телевизоре это обсуждают, то либералы, они себя, как бы вот эти, которые прошли, они себя показали. То есть они в эту тему влазить не будут. Ну, это понятно. Роман, насколько вот выборы, которые прошли в России, важны для самих россиян? Вот вы же можете там почувствовать изнутри атмосферу, я не знаю, разговоры, ну какие, как, чем интернет дышит, социальные сети. Я приблизительно понимаю, почему вы сейчас улыбаетесь, но тем не менее, это важно. Почему, вот, мне кажется, выборы важны? Потому что ведь другой вопрос, что после выборов? Насколько тогда Путин и его окружение становятся вообще всевластными? Насколько тогда они вообще могут уже не обращать внимания на мнение общества? Потому что вот дальше же идет многие-многие составляющие всего этого процесса. Вы знаете, мне кажется, вот они вышли на некоторый новый уровень. То есть, по сути, они использовали новую технологию. Если раньше нужно было там что-то манипулировать, фальсифицировать, то сейчас, может быть, что-то там и происходило, но оно принципиально не оказало влияния на результат. То есть они за эти годы, за счет этой монополии на информацию, они действительно создали ситуацию, что, ну, а что? Ну, если не Путин, то кто? Придет Прилепин, будет вырезать этих либералов, о чем он публично говорит, ну, и, может, не вырезать, но что-то с ними делать такое. Этих хипстеров гонять, а Москва, это, понятно, большой такой город, где живут масса людей, которые воевать не будут даже с Украиной, и это здорово. Вот, поэтому они эту историю как бы создали все таким образом, что партия власти везде. Вот вы сказали, Путин всесильный или там всевластный. Так он и был всевластным. То есть вот эти вот процессы, понимаете, у них немножечко по-другому все устроено. И власть в России, она не меняется посредством выборов. Вот это нужно понимать. То есть я вижу такую аналогию. Я всегда это сравниваю с КПСС, но в связи с тем, что люди современные, умные, грамотные, они просто вот этот КПСС, они его разделили на несколько ручейков и рек, и теперь вроде бы ты смотришь со стороны, особенно вот мне там западные журналисты задают этот вопрос, а что на выборах, как там будет? Я говорю, да ничего не будет, потому что внешне это избирательная кампания по западному принципу, но на самом-то деле этот процесс курируется исключительно властью. Ну и мы получили, ну, да, вот, понимаете, вот даже вот с этой либеральной партией, вот ее присутствие в российском политическом классе, оно наоборот, оно, как ни странно, оно же Кремлю выгодно, потому что вот в новая кровь, то есть эти люди поедут куда там, в Страсбург на парламентскую ассамблею Совета Европы, скажут, что да мы не людоеды, вот видите, нас избрали, в России есть разные мнения, не думайте, что здесь все хотят бомбить Лондон, как Жириновский, нет. Это вообще в случае чего они могут сказать, это все Путин, но есть масса других, надо работать с российским обществом.
Ну, а когда ты начинаешь с ним работать, в результате получается как на Донбассе. Ну, вот все. А вот, Роман, были какие-то наблюдатели? Вот обычно в Украине, там, в других странах международные наблюдатели. Вот интересно. Я, между прочим, нигде вот об этом не читала. Но просто вот я ради спортивного интереса даже, вот, да? Вы же понимаете, вот этот такой гигантский процесс имитации, он проводится на очень высоком уровне. Это правда. То есть вот в части атрибутов все сохранено. Я просто напомню, что когда они проводили выборы в оккупированном Крыму, в оккупированном Донбассе, там тоже были международные наблюдатели из европейских стран. Некоторые даже представляли европейские парламенты таких стран, как Франция, и не только. Эти люди теперь даже в Европарламенте заседают. То есть у них есть статус. И вот они приезжают и говорят: «О-о-о, Шарман, Шарман, гуд, Вальдемар», и всякое такое. Но есть еще прекрасные такие организации, допустим, как наблюдатели СНГ. То есть тоже они там говорили, люди приезжали из Казахстана, смешно проводили брифинги и попутали ударения в русском языке. Говорили не выборы, а выбора. Выбора прошли хорошо. Ну, действительно, они хорошо прошли. Тут Россия в этом плане, она же сразу продемонстрировала западному сообществу, что они плевать хотели на «признаете вы это, не признаете». Когда не допустили бдища ОБСЕ, ну как, то есть они захотели отправить 500 наблюдателей в эту большую страну, чтобы посмотреть, как проводятся выборы. ОБСЕ захотела, да? ОБСЕ. Ну, вот именно вот эта организация бдища ОБСЕ, которая вот следит за этим. А здесь сказали, что, ну, вообще-то коронавирус – страшное явление. У нас Pfizer тут не признан в качестве вакцины, и Moderna. Вообще страшно. Короче, не 500, а 50. Хотите, 50 человек можете прислать. Ну, вот там в результате дискуссии отказались от этого. Но на самом-то деле Москва, она специально это сделала, чтобы сказать: ребята, вы или прогнетесь под нас, или вообще не приезжайте. Ну, вот они пока не приехали, и что? Ну, и сейчас вопрос стоит, признает ли западное сообщество выборы. Де-факто, конечно, признают. Ну, скажут, что там Бородаю ездить в ПАСЕ пока разно. Прилепину тоже, но не обязательно. Вот. А остальные будут ездить, вот новых людей отправят этих в красивых галстуках, которые будут говорить, что россияне не людоеды. Ну, что вы сразу судите по Захару Прилепину, который призывает бомбить Киев? Кстати, он тоже новое лицо в российском парламенте. Ну вот так. Роман, что за история с выборами в Москве? Потому что я там все время вчера на «Медузе» следила, что там они давали. Была интересная информация, что вначале побеждали вот по обычному голосованию на участках оппозиционные кандидаты, а в конце, когда подключились результаты электронного голосования, ни один оппозиционный кандидат в Москве не прошел. Я так понимаю, возник скандал, и все напали на Венедиктова, либеральная общественность сильно по всему миру. Вот, все стали говорить, что, по сути, Венедиктов виноват во всем, что случилось. Алексей вот. Алексеевич, полдня вчера это читала. Вот расскажите, что там случилось-то с Москвой. Ну, слушайте, я не могу вот утверждать, что электронным способом было фальсифицировано это голосование. У меня просто нету фактов, но вполне, понимаете как, вот это же нужно учитывать, что Кремль, он вот действительно работает комплексно. То есть это не только телевизор, вот как мы можем подумать. Есть масса таких либеральных и псевдолиберальных YouTube-каналов с колоссальной аудиторией, которые конкурируют с теми же Соловьёвыми и все-все-все, у которых аудитория меньше. То есть они представлены везде. И вполне возможно, ну если люди на «ты» с компьютером, это же не только Путин, там «Ого, штат», они подумали, что ну раз так, тогда если мы возим людей из Макеевки на поездах голосовать в Ростовскую область, то почему мы не можем бюджетников возить, ну, в данном случае водить компьютером и голосовать правильно? Ну, почему нет? То есть то, что какое-то недоверие есть в этой схеме, ну и что?
Видите, раньше тут какие-то протесты по этому поводу были, а сейчас тишина. То есть, вообще, ну, там вообще тихо, да? Вообще, вот даже там вот вчера на Пушкинскую площадь несколько людей, которые проиграли таким образом выборы, они пришли. И то есть по логике российской, по российскому законодательству, их должны были просто укатать всех, хотя в Тазаке все стояло. Но ну, люди, которые модерируют этот процесс, они посмотрели и поняли, что когда они стоят на Пушкинской площади, там, под дождем в таком немногочисленном количестве, это и есть вот это вот унижение поражением. Все. Поэтому, ну, я не знаю, виноват ли в чем-то Венедиктов. Еще раз, мы пытаемся вычленить что-то отдельное, чтобы сделать какие-то выводы. А вот не надо из этого процесса чего-то, что-то вычленять. Изначально все было заточено таким образом, чтобы было конституционное большинство Единой России. Ведь, знаете, вот многие говорят, что рейтинг коммунистов подрос. Ну, то есть, вот это вот интересная тема, потому что коммунисты, они в части вот, желания пустить кровь украинцам, они впереди планеты всей. То есть, больше всего я люблю Геннадия Андреевича Зюганова, вот этого дедушку престарелого, который говорит, мы братский народ, нужно срочно признать ДНР и ЛНР и освободить Киев от кого там? От Зеленского сейчас. Нужно свергнуть Зеленского. И он говорит это с таким, знаете, с такой теплотой, с такой радушной улыбкой. И вот эти коммунисты, теперь у них растет рейтинг. И в теории должна быть некоторая угроза там, стабильности Путина. Ну что они сделали? То есть они же знали, что рейтинг партии будет падать, партии власти, и вот у них сколько там? Ну 50%. Вот по партийным спискам 50%. Они это знали, что рисовать все время 70% именно по спискам, это сложно и неудобно. Им может вызвать у кого-то подозрение, что 50% накинули сверху. Ну а да, тем более история много. С Лукашенко очень явная, вот, прошлогодичная. Конечно, да. Поэтому, еще раз, вот я подчеркиваю, что люди, которые модерируют внутреннюю политику в России, они умные, вот это нужно признать, это люди с высоким интеллектом, но и без ограниченной власти, и без ограничений во власти. Они провели реформу, и теперь у них половина парламента выбирается по мажоритарным округам. То есть там, где можно использовать то, что называется там, ресурс вот этот вот административный, и в результате там 180 мандатов плюс-минус получает Единая Россия. 180 плюс сколько там, 100, ну порядка 100 по партийным спискам, вот тебе твое конституционное большинство. И что там с этими коммуняками, которые вот вроде бы начали у них рейтинг расти по сравнению с предыдущим? На выходе что? Партия, нет, на выходе парламент состоит из единороссов, которые ведут себя как солдаты. Скажут им в Кремле голосовать за ввод или поддержать ввод российской армии в Донецк, в Луганск, не знаю, бомбить Киев. Как вы думаете, будет много людей, кто скажет, да может не надо, зачем это? Мы же один народ, Путин нам говорил, один народ, зачем мы их будем бомбить? Никто ничего не скажет. Вот и все. Что, как обсуждалось на российских каналах и в средствах массовой информации, вот голосование на оккупированных украинских территориях? Как это подавалось, интересно? Как победа российского чего там, оружия? Ну, может быть, и оружия в том числе. То есть, вообще, понимаете, вот как они анализируют выборы на государственном телевидении? Два момента. Первое. Как проклятый Запад не хочет признавать наши священные выборы. Там Мария Захарова поет песни, что ага-га, они не признают нашу демократию, они козлы. Мы им покажем еще, кто здесь власть на этой планете. Ну и, конечно, показывали вот о том, что вот Донбасс наконец-то с нами, вот они тоже голосуют. Причем, что очень важно, пиарились на Донбассе, оккупированном, в первую очередь люди из партии «Единая Россия». Ну, вот, внимание депутатам от украинской, в кавычках, партии ОПЗЖ,
которые там некоторые типа Ильи Кивы поздравляют своих друзей, то есть коллег из «Единой России» с победой и желает восстановления отношений. Наш дорогой перекачанный дурачок. Да они хотят таких, как ты, перевешать на березах или столбах. И для них это вот, понимаете, интересно, вот этот вот наш вот этот пророссийский спектр, который почему-то думает, что они могут с россиянами договориться. Не знаю, почему они так думают, почему они такие недальновидные. Вот это же правда, что Донецк был вотчиной партии регионов. Было таке, Людмила? Ну, конечно, все это знают, что было. И что теперь? Где там у нас? Что там, ОПЗЖ может избираться, баллотироваться? Нет. Все, до побачення. Территория уходит вместе с людьми и с голосами. Потому что, ну, там, особенно сейчас, все так создано, что, ну, да, приехали автобусы, приехали поезда, сели в них и поехали голосовать. Ну, прекрасно. То есть, ситуация занимательная. Роман, вот у нас тут часто мы в нашем информационном пространстве говорим о том, что Путин хочет вернуть вот оккупированный Донбасс в Украину любой ценой, ну, конечно, через Минские соглашения, но вот его цели вернуть. С другой стороны, в последнее время все чаще стала звучать идея о том, что наоборот, Россия хочет так вот, такая ползучая аннексия, мы теперь применяем этот термин. Вот как вы думаете, вот сейчас вы же находитесь там, как вам представляется, чего хочет Россия? Она хочет аннексировать так или иначе эти территории под любым предлогом? Или она действительно хочет вернуть под любым предлогом? Используя Минские соглашения, конечно. Людмила, мне кажется, в вашем вопросе лишнее слово «хочет». То есть оно как бы предполагает незавершенность действия. А это действие уже завершено. Они это уже сделали. Они это аннексировали. Ну, вот я недавно слушал брифинг Данилова, если не ошибаюсь. Вот он интересную вещь в плане определений сказал. Надо говорить не аннексия, потому что это вроде как навсегда, а оккупация. Вот давайте вот правильную лексику использовать. Вот эти вот все вопросы оккупации, они завершены. То есть они завершены. Нет, ни одного... Глубже, а можно глубже? Тут вот я, то, что оккупация завершена, мне понятно. Но хочет ли Россия сделать с оккупированным Донбассом то, что она сделала с Крымом? Вот этот же сейчас, ключевой вопрос. Сейчас, послушайте, вот важно, самое важное, что для нас, для украинцев, разницы нет. Нету опции, понимаете? Ну, хорошо. Вот они вписали Крым в свою конституцию, впишут Донбасс завтра в свою конституцию, чего они сейчас делать не будут. Но в теории что-то изменится на земле. Вот изменится или нет? Нет, ничего не изменится. Наши военные как стояли на линии фронта, так и будут стоять. Поэтому размышлять о том, что... Ну, я смотрю на эту ситуацию с высоты Киевских холмов. То есть вот очень важно понимать, что как они вписывают это в документы у себя здесь в России, в Москве, не имеет значения. На сегодняшний день, конечно, ничего меняться не будет в документальном плане. То есть все будут говорить о том, что вот Украина чего-то там не выполняет. Будет интересная такая, называется, валять дуру. Ну или дурака, когда вот эти вот созвоны по скайпу в трехсторонней контактной группе, они будут сводиться, наши будут говорить: ребята, вы же там выборы проводите на нашей территории, это же не соответствует Минским соглашениям, а Борис Грызлов включит программу «Я робот» и будет говорить: Минские соглашения не регламентируют этот вопрос. Ну, кстати, Минские соглашения, они же много чего не регламентируют. Они не регламентируют вопрос. Там же не написано, что Россия обязуется не поставлять туда боеприпасы и военную технику. Ну, там же не написано об этом. И там много чего такого не написано. Поэтому все останется как сейчас. Тут надо отметить, что они, по-моему, понимают, что присоединить Украину к Донбассу не удастся. Ну и, соответственно, эту территорию будут всячески выжимать там, в плане ресурсов, в первую очередь демографических. И там останется, ну, ничего там не останется. Ну, то есть останутся люди, вот, которые,
я даже не хочу никого обидеть, но просто те, которые будут, которые просто пойдут за сильным. Вот завтра сменится там флаг на, ну, чтобы никого не обижать, на Гондурас. Ну, Украина, нам же ее не дадут, эту территорию, а вот Гондурасу в теории могут отдать. И никто ничего не скажет. То есть вот будет абсолютная тишина, вот как сейчас. Видите, у них же там никто не бастует, касками не стучат. Вот в Украине что-то люди постоянно какие-то недовольные такие, не знаю, какие-то, ну, требуют чего-то, выплаты зарплат, еще чего-то. А там так тихо, как на кладбище. Может быть, просто оно так и есть? Роман, вот на уровне риторики, конечно, российские политики так или иначе всегда будут пытаться говорить о том, что они хотят бомбить Киев. Ну, по крайней мере, не все, но некоторые из них, да, это понятно. Ну, а реально, вот вы же наблюдаете эту информационную повестку, вы глубже, дальше видите, да, чем просто там заголовки в средствах массовой информации российских. Изменилось ли как-то отношение России, вот в России к Украине? Я сейчас говорю не на уровне простых вот обычных граждан, а на уровне какого-то, ну, каких-то политического какого-то понимания, какого-то, знаете, такого переосмысления. Может быть, это и худший вариант будет для Украины, ну, какой угодно. Но есть ли какое-то другое понимание с какой-то другой целью или нет? Почему я об этом спрашиваю? Потому что вот сейчас же многие заговорили о том, что у Путина есть шанс укрепиться на постсоветском пространстве, а может быть, нет такого шанса. А постсоветское пространство, конечно, мы не хотим относить Украину, да, к постсоветскому пространству, но как бывшая республика Советского Союза, она так воспринимается в России. Да? То есть есть ли какое-то видение, как дальше, что делать с Украиной? Да, вот если как бы исторически мы постсоветское пространство, но сейчас мы уже не постсоветское пространство. Украина — это западная часть западной цивилизации. Вот, ну, мы это факт, понимаем, вот. Но для них это как бы по-прежнему такая формулировка, знаете, или нет? Вопрос Украины — это аспект, который регламентируется исключительно Владимиром Путиным. Это его вот это вот топ-идея. Поэтому он эти статьи строчит. И, судя по всему, он их сам пишет. Ну, по крайней мере, или, ну, может, не просто пишет, а наговаривает их. Потому что вот многие обороты, например, в этой большой статье на 40 тысяч знаков, он же их проговаривал в течение, ну, в периоде, там, если вот посмотреть в прошлое, там, 2 года. Есть прям целыми словосочетаниями, вот просто сказано дословно. То есть или ему спичрайтеры это все писали до этого, или он действительно так думает. Ну, смысл в чем? Что вопрос Украины – это главный, как мне кажется, геополитический, как бы нерешенный для них вопрос. И пока они считают, что можно исключительно вот этими вот угрозой, давлением, там вот этот Северный поток, они замерзнут, они должны приползти. Почему-то они здесь считают на коленях и попроситься назад. Все вот эти вот заявления. Они — это мы, в их понимании. Ну, конечно, да. Они вот эти дикие укры, которые они на самом-то деле не украинцы. Они просто сошли с ума. Они такие же русские. А Киев — русский город, Украина — русская. Ну, и все вот эти вот штуки. Я не вижу никаких вот изменений. Понимаете? То есть вот эта вот политика, может быть, если понимание есть в российском государстве, что сдвинуть Украину вот так вот не получится. Именно поэтому есть, например, месяц назад, когда Затулин размышлял на тему, что Украина – это вражеское государство, и тут же он приходит к выводу, что если мы ничего не будем делать, как сейчас, то есть или то, что делается недостаточно, то ничего не изменится. То есть они понимают, что как бы вот, ну, линия фронта стабилизирована, отношения с Западом у нас выстроены, внутри страны у нас все хорошо. Это вот важно понимать, потому что в Украине почему-то не все, многие думают, что не так. Все работает, институты власти работают. Вот, и то есть в результате, как я понимаю, все останется как сейчас. И какие-то изменения там, теоретического характера в украинском вопросе или взгляде Кремля на украинский вопрос могут произойти только после смены власти в Кремле, которая в обозримом будущем может и не произойти.
Поэтому нужно строить свою страну, я не знаю, больше там рассказывать и спорить внутри страны, почему мы до сих пор не в НАТО, и идти по этой дороге, потому что, ну, вариантов нет других. Полтора года приблизительно или два года назад появилась статья Федора Лукьянова, где он говорил о том, что Россия потеряла связь с Западом. Это объективный процесс, и Россия разворачивается в другую сторону. Это большая такая была концептуальная статья. А вот что сейчас происходит? Как в России, с вашей точки зрения, формируется политика по отношению к Западу? Это вот резкое неприятие, да? То, что мы видим на уровне, скажем, там, заголовков, опять же, да? Это одна история. А вот как вам видится, вот, формируется ли какое-то новое отношение с Западом? Или это вот бескомпромиссная вражда? Или найдены какие-то точки соприкосновения? Является ли «Северный поток-2» такой точкой соприкосновения? Или не факт? Что между Россией и Америкой? Как подаются взаимоотношения с Америкой? Изменился ли тон средств массовой информации по отношению к Западу? Это интересно. Вы знаете, эта история, она многослойная. То есть, ну, самый верхний – это российская пропаганда, вот эти вот все вот заявления антизападные. Но на самом-то деле Россия – это, ну, объективно глобальный игрок. Вот я, вот чем больше здесь живу, может быть, чересчур долго, я понимаю, что это очень сильная большая страна. И вот эта опция там прекратить там, контакты с Западом, развернуться от Запада. Ее, в принципе, нет, ее не может быть. Потому что вот мы смотрим на географию, она просто гигантская. И, как бы, понимаете, у этой вот площади на карте, вот если даже она и развернется, то она все равно будет контактировать, соответственно, и с Западом, и с Востоком. Это, кстати, интересно, да, да, это правильно. Да, ну, то есть, понятно, если человек разворачивается, он, типа, другим местом уже смотрит к своим партнерам. Но в России не просто так на гербе две головы. Поэтому, то есть, они пытаются выстраивать свои отношения с Западом, ну, то есть, это позиция силы, ни шагу назад, но по всем ключевым моментам они же сотрудничают. Та же энергетика, про которую мы говорили, сейчас даже нагибают Запад, чтобы быстрее сертифицировались «Северный поток-2». Но для чего? Для того, чтобы поставлять газ. Не для того, чтобы заморозить Европу, а для того, чтобы заморозить Украину. Хотя мы, Украина, это Европа. То есть вот этот вот процесс, он не предусматривает опции разворота. Потому что это глобальный игрок. И, может быть, в риторике они там вот говорят, что там разворот на восток. А кто на востоке? На востоке кто? Ну, в первую очередь, наверное, Китай. Ну, я не уверен, что в России не понимают вот этих вот геополитических раскладов. То, что вот почему, например, многие говорят, что Запад стал так мягче с Россией, потому что они хотят, чтобы она стала там сателлитом Китая, как главного вызова. То есть, как бы, ну, все это вот так вот, мы этот земной шар представляем, кто где живет, и все сотрудничают и соперничают между собой. Наши российские друзья, они, ну, как раз пытаются выстраивать вот эту вот свою, занять свою нишу, и, как говорит Лавров, они действительно в это верят и за это борются, быть центром геополитического мира, вот, одним из, то есть Запад, Россия и Китай. И сказать, что у них не получается это, я думаю, будет, ну, лукавство с нашей стороны. Никуда они не развернутся, вот от Запада так точно. Роман, насколько санкции по-прежнему остаются эффективными? Я понимаю, что сейчас даже не о цифрах речь идет, но по-прежнему ли приходят западные деньги в Россию, по-прежнему ли строятся заводы, или все-таки ситуация выглядит несколько иначе теперь за последние годы? А никаких санкций такого характера против России не вводилось? Это важно понимать. На, допустим, запрет инвестирования в Россию такого же нет? Ведь это интересная вещь. Почему вот я говорю о том, что Россия глобальный игрок?
Они же, понимая свои размеры, понимая емкость рынка, как они влияют на западные столицы политические, они приглашают к себе крупный европейский бизнес. То есть самые известные бренды западного мира, там, допустим, Alstom французский, или там Bosch, или Mercedes, они все имеют производство в Российской Федерации. И таким образом им создаются условия для работы здесь, а Владимир Путин раз в год или два раза в год, в зависимости от графика, встречается с крупным бизнесом Франции и Германии. И теперь получается, что эти компании начинают играть роль российских лоббистов в Париже и, соответственно, в Берлине. Вот так это работает глобально. И говорить о том, что санкции, ну, для них, видите, введен набор санкций на самом-то деле ограниченный. И с этим все соглашаются. Такой набор санкций недостаточный. Но западный мир идти на ужесточение не планирует. Это тоже понятно. Если мы там смотрим, опять же, заголовки, они их расширяют, эти санкции, время от времени. Но что они делают? Они расширяют санкционный список. И масса людей думает, блин, да, я генерал ФСБ, мне и так запрещено выезжать за территорию России. Вот теперь не смогу ездить в Париж, да. Да, я и так не мог. Поэтому, ну вот так. Я, знаете, для россиян, вот они же всегда вот демонстрируют, чего они хотят. То есть этого добиться пока не получается и не получится. Они хотят, чтобы Запад покаялся. Он сказал, что вот эти даже символические санкции, они были сняты. И сказать, что, ну да, что в Крыму был референдум. Ну подумаешь, самолет сбили. Но мы же по ошибке. Ну нет, это мы вам неофициально скажем, что не по ошибке. Конечно, публично мы это не признаем. Ну а чего вы? Наши МИГи сядут в Риге. Мы великая страна. И вообще, что это такое? Путин же написал, что в Донецке и в Киеве живет один народ. Значит, мы можем там делать все, что хотим. История про санкции, которые могут Россию немножечко поколебать в ее устойчивости, это в первую очередь нефтегазовая эмбарго, эмбарго то есть на финансы, ну и вот то, что касается SWIFT, и то, даже это не будет иметь решающего значения, потому что за эти годы они создали свою платежную систему МИР. И если она, ну, они останутся без этого, ну, без SWIFT, это не значит, что они не смогут пользоваться карточками внутри России. Ну, а деньги за нефть, проданную в Европу, и за газ придется отправлять большие самолеты, и что там, они так будут, знаете, котлеты $100 загружать. Ну, или золото, или еще что-то. А так время идет, и еще раз, эта страна, она, вот, не хочу, чтобы это было воспринято как, что все пропало, нет, просто нужно противника оценивать верно. Вполне возможно, что у Запада есть же тоже такая опция. Нет ресурсов и рычагов, чтобы сдвинуть эту страну с той позиции, которую она занимает. Вот просто если мы на это посмотрим таким образом, нам самим будет легче, и мы будем лучше жить, лучше спать, потому что будем понимать, что происходит. И не будет вот этого, а что там Байден? А Байден сольет Украину, а кто там, Трамп сольет Украину. Ну, глупости же. Насколько объединение с Белоруссией – это реальная история? Потому что мы, конечно, понимаем, что наши границы, они тогда будут со всех сторон, как бы вообще России окружены прямо. Совсем много будет границы с Россией, тяжело будет их удерживать, наверное. Или эта вся история такая просто, вот долго будет тлеть, я бы так сказала? Мне кажется, у нас несправедливо обижают Александра Григорьевича, когда говорят, что Беларусь это равно Россия, ничего подобного. Все-таки при всем влиянии Российской Федерации, хозяин на
этой земле Лукашенко. Он не просто так говорит, что почему-то Запад со мной не ведет переговоры. Я же контролирую землю. С талибами вы ведете переговоры, со мной нет. Ну, сравнение так себе. Но, по сути, он прав. Поэтому при Александре Григорьевиче, я думаю, ничего принципиально не изменится. Вот он 4 ноября собрался в Москву подписывать эти интеграционные планы, вот эти вот карты, но они касаются экономики. То есть взаимосвязь экономическая, она будет глубже. Но сказать, что там будет Россия везде, наверное, нет. В вопросах безопасности я не уверен, что Александр Григорьевич там захочет размещать российские военные базы, например, что главный такой вот, ну, маркер. Он же говорил на публично, вот когда у него спросили, так что там с интеграцией, вот когда у него 8-часовая пресс-конференция была, он же сказал, что а что вы имеете в виду под интеграцией, если вы думаете слияние, поглощение, то ничего подобного. Баз российских нам не надо, потому что вы тогда разместите свои аэродромы прямо возле НАТО. Это страшно, вы будете в зоне поражения, поэтому сидите у себя в Брянске и, если что, взлетите и начнете войну с НАТО. Там недалеко, ну, там действительно для самолета недалеко. То есть по ключевым моментам он, ну, я вот по моему мнению, он играет в ту же игру, как последние 20... Ой, сколько уже лет, надо с 94-го посчитать, меняет вот эти вот слова на российскую поддержку. Но контроль сохраняется за территорией именно с Александром Григорьевичем. Что будет дальше? Ну, мне кажется, вполне возможно, что даже если Лукашенко умрет, он же человек, поэтому я так прямо говорю, а жизнь конечна, даже у диктаторов, то если они назначат или приведут к власти за счет своего влияния человека совсем такого пророссийского, то декларативно, скорее всего, суверенитет Беларуси останется так же, как сейчас. Но с базами военными будут изменения, это правда. Вот. То есть они вряд ли будут идти по принципу, вот как с Крымом. Один флаг сняли, другой подняли. Мне так кажется. Но эта история, она непрогнозируемая. То есть тут невозможно сказать, что как оно будет развиваться. Ведь есть же белорусы, которые с красно-белыми флагами выходили. Они же никуда не делись. Эти люди же живут в этой стране. Ну, кто-то уехал, а кто-то в подполье. И последний вопрос, Роман, немножко об экономике, но тоже, опять же, не в цифрах, а вот ваше восприятие. Есть две точки зрения на то, что происходит в России. Одни говорят, что отлично, медленно, но верно, нормально российская экономика себя чувствует и переживет еще там не одну другую страну, да? Особенно при таких ценах там, на нефть и газ, то есть у них все отлично. Есть другие, которые говорят, что экономика России растет там, по 1% в год, что это серьезное торможение, что уровень жизни падает катастрофически, что это вызывает недовольство Путиным и так далее, и так далее. И вот у нас есть, как бы, вот, наверное, две таких линии, два понимания. Как вам представляется? Вот вы там живете, я не знаю, что вы чувствуете? Насколько вообще россияне недовольны тем, как они живут? А от этого, наверное, зависит, как они, по-прежнему ли это поддержка Путина реально там в районе там, каких-то 40%, или это тоже вот выглядит как все это надуманные рейтинги? Почему она нереальна? Во-первых, не 40%, а выше, если мы говорим о Путине. Просто Единая Россия и Путин — это не одно и то же. Есть же соцопросы, сколько его поддерживают? Всегда больше 50%. Доверяете ли вы Путину? Доверяют. Больше 50-60%. Почему так сделано? Понятно, потому что он полубог. В телевизоре он всегда Д'Артаньян, всегда всех побеждает, ну и так далее. Технологически понятно. Его критиковать в России нельзя. Он свята людина, наикращий. Вот. Что касается экономики, то нет никакой борьбы телевизора с холодильником. То, что там вот говорят, не растут доходы основной массы населения, ну и что? Если мы возьмем город Москва, то здесь
если там в каких-то элементах в теории можно сказать, что что-то меняется, там, допустим, качество продуктов, например, то это не даст никакого толчка, чтобы что-то менялось. Если опять же говорить про Москву, но это, вот чтобы вы понимали, за последние 10 лет, меня, наверное, обвинят, что ты там совсем слишком долго живешь. Этот город, он трансформирован до уровня высокотехнологичных цифровых городов. И вот плитка, которая действительно меняется по всей стране, по всему городу, по всей российской столице много лет, иногда по несколько раз, это один из элементов. И здесь все вот эти вот технологичные вещи городского развития, все реализуется. Например, сравнивать мы не будем с украинской столицей, потому что Украина не Россия. Но, допустим, в части электробасов. Вот у нас такого нет, по-моему, еще. А здесь сотни единиц электробусов, они уже эксплуатируются. И вот таких вот моментов очень-очень много. То есть, если мы говорим о Москве, а именно Москва является определяющим фактором в части там, каких-то изменений, то здесь все хорошо. Баблище немерено, как всегда. Да, кто-то стал беднее, но в основной массе это не чувствуется. Все кафе, все это, ну, там, заполняемость, никто тут не экономит. Ну, не так. Понятно, что есть много бедных людей. Но в своей массе эта ситуация стабильная. А если мы говорим какие-то российские регионы, ну, они никогда и не жили хорошо, богатые, и они никогда не определяли политику этой страны. Поэтому вот эта вот модель рыночной экономики, как вы заметили, нефть-газ, если по каким-то позициям и есть стагнация, то это не значит, что это когда-то в обозримом будущем приведет к тому, что люди скажут: нет, нам надоел Путин, мы уже устали, мы хотим Медведева. Нет, этого не будет. Поэтому, видите, вот эта модель, она очень устойчивая. Потому что, еще раз, ресурсы, которые продает Россия, а она продает не только Россия, они нужны всем. И в обозримом, мой прогноз такой, среднестатистическая перспектива, все останется так, как есть. Не надо ждать, когда развалится Россия. Украинцам нужно свою страну самим делать лучше. Роман Цымбалюк был сегодня с нами на связи, за что мы страшно признательны. Роман, спасибо вам огромное. Мы страшно вам благодарны за то, что вы нашли для нас время. Людмила, спасибо за приглашение. И, конечно, я еще раз призываю подписываться на YouTube-канал Романа. И хочу напомнить, что мы очень признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon, нашему другу и партнеру медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами. Это было «Укрлайф ТВ». И мы, конечно, продолжаем.